Конференция «Соль» стала большим вдохновением и назиданием для меня и остальных студентов. Это какое-то новое явление, потому что я, во-первых, никогда так много не разговаривала и не размышляла о лидерстве и о том, каким способом мы можем послужить Богу. То, в чем я нуждалась, получилось здесь. Понял для себя, что мне нужно менять в себе, какие приобретать качества лидера. Дійсно, я побачила, наскільки ми всі різні, наскільки зібралось багато різних конфесій. І соль дійсно об'єднала нас всіх разом для єдиної цілі, щоб служити студентам. І раніше було таке побуждення зробити в общежитті групу по вивченню Євангелія для своїх парней в групі і взагалі, можливо, хтось присоединиться извне. Во время проповіді Річарда я зрозумів, що я в некоторых моментах работаю, а не служу. И хотел бы действительно изменить это в своей жизни и делать это не как должное, а как то, что я люблю Бога. Очень понравилось, как Ричард Лэмб открывал вообще смысл лидерства. Вообще, вот само как лидерство, что оно есть, как вот есть разные типы лидеров, пациент, служитель, и вообще, что это такое, и как с этим бороться. На конференции «Соль» настолько раздвигаются границы понимания служения, как будто переходишь с детской пищи на взрослую. Справжні лідери, вони повинні служити своїм підопічним, служити людям. Все? Я стал вносить для себя какие-то конкретные выводы. Мы решили с ребятами устроить киноклуб в нашем универе. Я решила быть силой, быть прикладом, быть светлым для оточуючих. Важливо слідкувати за своим сердцем щодо служіння, щоб служіння не перетворювалося на якусь лицемірну релігію, яку я виконую кожного дня і ставлю галочку. Я обрела какое-то второе дыхание и приняла некоторые решения взять на себя обязанности в своем регионе, проводить какие-то мероприятия. В общем, все было очень круто, мне очень понравилось. Спасибо, ССХ. Соль, это круто. Мы сюда приехали из Крыма, из Симферополя, чтобы вдохновиться, чтобы получить какое-то еще большее желание служить Богу, студентам и благовествовать. И мы очень рады, что мы здесь. Это солью мы посвящаем тебя служить в своем университете. Будь солью для своего окружения. Но пусть это будет напоминание для вас, что вы приняли это решение и что вообще вы соль для этого мира. Так призвал нас Господь, каждого из нас.